Добрый день, дорогие поклонники единоборств! Наконец-то начали появляться хоть какие-то хорошие новости в спорте в этом году из сердца армянского народа, а именно из Республики Армения. Недавно в Ереване прошел международный чемпионат по тайскому боксу, откуда вернулись с поясами двое арцахских бойцов – Арман Галстян и Левон Сатрян. Оба вышли победителями в своих категориях, попутно выиграв все бои нокаутами и стали обладателями международного чемпионского пояса. И это при том, что Левон является базовым бойцом ММА. Парни в очередной раз доказали, что арцахская школа муай-тай очень сильна и перспективна. Помимо всего прочего, Арман Галстян и неоднократный чемпион, призер международных соревнований Давид Айрапетян поедут в Ереван, чтобы принять участие в профессиональном турнире Mixed Fight Events. Турнир базируется на проведении боев по правилам ММА и муай-тай. К слову, Айрапетян уже имеет опыт выступления в профи. Пожелаем парням удачи, спасибо за внимание, с вами был канал High Fighting Championship.